Всем привет, меня зовут Денис, и в сегодняшнем видеообзоре я расскажу вам о ручках для блочных тренажеров. Такие ручки предназначены для эффективной проработки тех или иных мышц тела, что повышает результативность тренировок. Ручки выполнены из нержавеющей стали, в местах хвата они обрезинены, что исключает возможность скольжения. На каждой ручке имеется коуш для зацепа карабина с блочным тренажером. Теперь поговорим о каждой ручке отдельно. Канатная ручка RB13. Этой ручкой удобно прокачивать мышцы бицепса, трицепса и задней дельты. Прямая ручка для тяги RB7. Этой ручкой удобно прокачивать трицепс, бицепс, а также ромбовидные мышцы спины. Следующая ручка RB17 для тяги на трицепс и тяги к животу. Ручка RB16. Этой ручкой удобно прокачивать мышцы рук, а также верх широчайших мышц и задействуются плечевые мышцы. Ручка RB11. Параллельный хват. Этой ручкой очень хорошо выполняет горизонтальную тягу блока и верхнюю тягу. При этом хорошо работают трапециевидные и широчайшие мышцы спины. Ручка RB4. Этой ручкой хорошо прорабатываются мышцы рук, бицепс и трицепс, а также мышц спины, большая и круглая. RB9 – анатомическая ручка. Ее плюс в том, что можно проработать отдельно каждой рукой мышцы рук, плечевого пояса и мышц спины. Длинная ручка RB1. Этой ручкой очень хорошо прорабатываются широчайшие мышцы, как прямым, так и обратным хватом. А также стандартные нейлоновые ручки, которые идут в комплекте с усиленной шведской стенкой номер 5. Наш интернет-магазин отправляет заказы по всей России и по всему миру. Возможна оплата при получении. С вами был Денис. Всем спасибо за просмотр. Пока.